Да, он тут. Пошли. Ко мне пришла подруга в гости. Привет. Мои любимые. И с Харитой сейчас идет гулять. А эти уже все тут. О, Господи. Они еще и дерутся. Капец. Какой-то жесткач. Ну вот, я их увожу, а подруга тем временем пойдет туда гулять с Харитой, потому что Харита из-за этих женихов не может даже ходить в туалет. Вот их тут сколько. Раз, два, три. Еще где-то маленький. Не знаю, маленький, по-моему, вернулся. Он хитрый. Ой, я даже не поздоровалась с вами. Мои любимые, добрый, прекрасный день. Времени где-то 11 уже. У нас теплый, градусов 5 тепла. И солнышко, ну и ветерок чуток. Чара, 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 чара. О, Господи, он меня схватил за палец. Зараза, иди отсюда. Этот идет как к себе. Домой, иди. Иди отсюда. Зараза. Капец. Здрасте. Спасибо. Так. Сколько тут красоты. Разной. А? Нет, нет. Дай Симусечку скажи. Угу. Давайте. Все подошло? Да. Угу. Всего доброго. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Ой, как же я пойду? Ушли? Да ладно, они все убежали. Представляете, мои любимые, они все убежали. Они, может, почуяли, что туда куда-то пошла подруга туда за дом. И ветер оттуда дует. И они почуяли Харизу. А тут красота. Красота. Неописуемое солнышко. И солнышко. А я в своих этих тропичных вековых своей курточке, как мне хочется такую курточку новую купить, потому что это уже, наверное, лет 10. Нет, вру, ей больше 13, потому что когда мы с подругой познакомились 14 лет назад, я как раз только-только ее купила новую. Представляете, я 15 лет почти ношу курточку. И мне вообще в ней так комфортно. У меня курток полный этот. Я там говорила вам в каком-то видео, что я аскет. Ну, да Ксюша с аскетом мне далеко. Конечно, и курточек у меня предостаточно. Хотя очень много моих любимых курток я потеряла, когда поехали с Юлькой в Крым летом и оставили в Питере на Петроградке в комнате все свои вещи. И должны были приехать через месяц все забрать. А когда приехали, нам сказали, что ребята, которым мы сдали нашу комнату, наши вещи типа выкинули. У нас там и обувь была эко, и курточки крутые, и столько всего. Там даже в тех рюкзаках, огромные рюкзаки наших вещей, Юлькины какие-то там крутые кофты, свитера, еще что-то, джинсы тоже все фирменные, качественные и так далее. Даже моя книга там была, которую я писала лет 15 или 20, тоже ее
якобы выкинули. Но я не думаю, что они выкинули, потому что там реально были новые, классные вещи. Мы как раз тогда с Юлькой работали в карусели. Карусель, вы знаете, наверное, это большой такой этот самый торговый центр. Она работала приемщиком, а я работала на кассе. И зарабатывали мы неплохо. Вот за комнату отдавали 12 на Петроградке, а остальное тратили там на вещи, которые нам нравились, покупали. И в Декатлоне, и везде. Я там увидела, собака побежала. Может, там подруга идет с Харитой, не знаю. Вот. И, в общем, все. Все пропало. 2 магнитофона. Что там? Куртка замшевая. 2. Вон, прибежали. Видите? Капец. Вот эта девочка, она стерилизованная. А вот то мальчик, сказали, что он тоже стерилизованный, но он ведет себя не как стерилизованный вообще. Сейчас надо мне идти в этот фикс прайс. А мне наконец-то пришли мои шорты, которые я заказала еще в конце лета. И они у меня где-то ездили по другим этим. Терялись. И вот их нашли. Пришло мне сообщение, что нашлись мои шортики наконец-то. Надо посмотреть, может, там вообще не шортики, а может, они уже стлели. А как их открыть? Сейчас на паузу поставлю, на секунду. 2 руками поудобнее. Вот я что-то открыла. Покажу вам свои шорты, которых я планировала поехать на море.